Украинского браконьера за ловлю кречетов заочно осудили на Камчатке. Уголовное дело о добыче редких краснокнижных птиц рассматривали в Алютырском районном суде. Злоумышленник действовал в составе ОПГ, и сообщникам удалось отловить не менее 46 кречетов. Все должны были пойти на продажу. Пойманных птиц содержали и хранили в специальном помещении, при этом каждый надели клобучки на голову и привязали к насестам при помощи опутанок. Это продолжалось до тех пор, пока браконьеров не вычислили сотрудники ФСБ. В суд обвиняемый не явился, по данным Интерпола, он находится на Украине и участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Таким образом, доставить браконьера в суд невозможно. Тем не менее, украинцу назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.